Всем привет, друзья! Очередная посылка из Китая. Уже открыл. Так, открываем, забираем. Так, а здесь внутри термометр. Это я его вот порвал, пока вытаскивал из коробки. Значит, термометр такой в любом магазине, в любой аптеке стоит рублей 200. Ну, это прекрасная возможность. Ну и все они, естественно, заказываются с того самого одного места. С Поднебесной. Ну и в Поднебесной, соответственно, он стоит 49 рублей. Вот он включился на кнопочку. Пожалуйста. 36,8. Вот я прислонил его к руке. Вот мы отпускаем. И температура падает. 33,2. Если на него падут, соответственно, моментальное измерение температуры. Ну, вот я мизинчик сейчас поднесу. Видим, да, как меняется температура. Хорошо работает термометр. Заказывайте, ссылка в описании. Всем спасибо, всем пока, удачи!